Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый мелодраматический сериал под названием «Счастливо по умолчанию». Умница-красавица Алина добивается больших успехов в карьере, став ведущим архитектором в престижной компании. Лидия, мама Алины, воспитывала единственную дочь в строгости и контролировала буквально все сферы жизни девушки. И личные отношения не исключение. Втайне от матери Алина съехала с Димой, простым работягой. Когда мама неожиданно приезжает в гости, Алина просит Диму на время уехать, пока сама не придумает, как поскорее отправить маму обратно к ее мужу Виктору. Вот только Лидии некуда больше возвращаться. К Алине она сбежала, узнав об измене мужа, сохранив позорную правду в тайне от дочери. Тем временем Лидия не оставляет попыток узнать о тайном ухажере дочери. Алина идет на хитрость и просит своего начальника подыграть, притворившись ее женихом перед мамой. Простая просьба Алины – еще одна маленькая ложь, которая приводит к глобальным последствиям. Теперь ей придется пройти через огонь и воду, пережить предательство, узнать множество тайн и, наконец-то, обрести собственный голос. Премьера четырехсерийного сериала «Счастливо по умолчанию» состоится 1 октября на телеканале «Домашний».